Марина, я вас, во-первых, поздравляю с победой. Спасибо огромное. Это огромная честь. И, конечно же, нагрузка выпала для вас. Скажите, какие ваши первые ощущения? Полная неожиданность, как во сне. Если можно так сказать, что «Ущипните меня» называется, потому что, конечно, я иду, как во сне, по сцене, и осознание, говорят, придет завтра, потому что пока еще сумбур, но если просто говорить, например, то, что у меня в сердце, конечно, это ларец самых ярких, драгоценных каких-то эмоций, то есть это что-то такое сверкающее, что-то такое, как будто у меня впереди какой-то горизонт радужный. Ну, я очень рада и счастлива, конечно же. А что было самое сложное? Самое сложное было начать и прийти туда. Это было самое сложное. Потом, когда я увидела, что как бы не банально звучало, но действительно у нас девушки все очень хорошие. И было очень легко общаться, никаких интриг или что-то вот такого не было. Поэтому было очень комфортно, с большим желанием. После работы прибегала на занятия к Ирине Садовской. Ирина Садовская божественно, буду продолжать к ней ходить, потому что то, чего она научила за 2 недели, в этой походке, в этой грации, это дорогого стоит. А можете пару слов о себе рассказать, чем вы занимаетесь в жизни, о себе, о своей семье? У меня большая семья, и эти слова, как бы, что семья – мой фундамент, мой ресурс, моя энергия – это правда. Я большое внимание уделяю семье, очень люблю бывать дома, потому что много работы. У меня 2 работы. Одна финансовая, второй небольшой маленький бизнес. Поэтому все драгоценные моменты, которые есть в семье, я их очень ценю. А может быть, это вот такая ваша организованность, 2 работы помогли вам победить? И семья, конечно. По крайней мере, да, точно есть дисциплина, потому что было даже там, где очень тяжело, и казалось бы, уже я не могу справиться с какими-то тренировками, брала себя. Ну и вообще это было на тренировке ходить одно удовольствие. Даже если ноги болели, все равно это было удовольствие. Хотела еще спросить, а когда будет конкурс «Миссис Вселенной»? Говорили, в декабре в Париже. Я думаю, что у вас есть все шансы победить. Спасибо. Желаю вам победы, успехов. Спасибо. И до встречи. Спасибо большое. Пока посидите еще.